В России назовут лучшего почтового работника. Сегодня в Москве станет известно имя лучшего оператора почтовой связи этого года. В столице проходит финал конкурса профессионального мастерства «Лучший оператор связи 2017». За это звание борются 10 лучших работников. Финалисты приехали в Москву из Чебоксар, Бийска, Сызрани, Шарьи, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Азова, Тюмени и Нерюнгри. Якутию представляет оператор первого класса Валентина Соколова, победитель регионального и окружного этапов конкурса. Жюри будет оценивать конкурс на предмет досконального знания профессии, так и на предмет умения находить подход к любому клиенту и грамотно реагировать на нестандартные ситуации. Победителю российского этапа конкурса достанется главный приз – автомобиль.